Как относитесь к открытию этой площадки? Конечно, положительно. Хоть какой-то объект, современный объект находится теперь у нас в поселке. Так как дети есть в поселке, надо как-то занимать свое время свободное. Ну, а у меня, конечно, дети спортивные все и занимаются спортом. Уважаемые, ваши дети это кто? Ваши личные дети? Вот видите волонтера в оранжевой жилетке, подходите, не стесняйтесь, участвуйте в площадках. Дети взрослые, за участие вам рады. На катуху я сама лично хожу и несколько раз была на катке, ну а будут тренажеры. Мы, в общем-то, спортивная и такая семья, которая блюдем образ жизни хороший. А представьтесь, пожалуйста. Милицына Лариса Семеновна. Фамилия? Милицына Лариса. Еще раз. Милицына. Милицына Лариса Семеновна. И вы живете в Усмане. Да. Лицо мне абсолютно знакомо. Да? К вам можно в гости приехать? Раз, два, три. А также у нас на спортивной комплексной площадке.